Здравствуйте, друзья! Вы видите тут плакатики такие, там написано внизу Open Studios Art Tour. Значит, Open Studios — это какие опенхаузы у художников. Приходишь к художнику, а у него в студии, он там рисует, но в основном в данный момент он там продает, балдеет, наливает рюмочку. Ну и, конечно, если кто чего купит, он будет рад. Вот тут сразу мы видим один, Перлов. Перлова мы знаем, мы не первый раз тут, Сандерс я не помню. Ну, пошли посмотрим, пошли. Через 2 недели, друзья, в городе выборы. Ну, не то, что в городе, во всей стране выборы. Вот так происходит наглядная агитация. Вот вы можете не ходить там на новостные порталы, вы можете не знать новостей и кто вообще баллотируется. Но когда вы ходите по улицам, вы же не можете не ходить и не ездить. И вот тут, собственно, происходит вся агитация. Вот на углах, на фронт-ярдах стоят такие таблички. А вон там океан, как красиво. Вот. И ему говорят, там, 10 раз увидел, там, yes on M. И возьмет да проголосует. А M в городе Санта-Крус на ближайших выборах — это предложение ввести rent control. То есть, как бы сказать, другими словами, грабь награбленная. Запретить, да, значит, владельцам недвижимости повышать цены больше, чем на рент, больше, чем на процент, установленный городской бюрократией. Вот, значит, что получится, то получится. Так, мы подходим к другой наглядной агитации. Сейчас красивая штучка тут вращается, смотрите как. Вот, подходим к другой наглядной агитации. Это люди политизированные, они живут вот тут и хотят что-то политическое сказать. Так, yes on H. Ну что, друзья, вот, пожалуйста, идем. Идем, дворик. Те из вас, кто давно смотрит наш канал, давным-давно смотрит, те, конечно, уже, может быть, тут бывали с нами. Это соседи. Соседи. У них так живописно. Вот, пожалуйста, вот такие соседи. А вот студия. Так. Все это сзади во дворике. Слушайте, прищепки. Свет, обрати внимание, прищепки, как из нашей молодости. Так. 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 И как я стала артисткой? Образование. Ну что же, то есть это как бы рассказ про художника. Так, вот дворик. У художника хороший дворик. Так. Ну что, вот у нас тут арт. Такие маленькие картинки. Вот они, там $200. 180. Рамки такие. Там. Еще 200. 450. 400. Да. Нельзя сказать, чтобы за даром отдавали, нет. Ну, конечно, ну и недорого на самом деле. Вот мы в доме у художника. Вот Эрика стоит, смотрит к нам лицом. Так, мы идем, смотрим, вот у нас. Она узнает нас. Со Светой помахала ручкой. Так. Эти уже подороже. Вот 1300, там 50. Ну, я просто цены называю, потому что я знаю, что нас смотрят люди, которые сами зарабатывают тем, что рисуют, продают. Вот это 600. 800. Я думаю, что то же самое, но где-нибудь в галерее стоило бы намного дороже. Потому что она не должна, художница не должна платить никому комиссионных. Там 1350. Ну, кроме того, можно и торговаться тоже, если там запало и почему нет. Так. И где-то таких точек по городу сейчас 200. 200. Вот это продолжается в течение, по-моему, целого месяца. Это не один день. Так зачастую приходишь там и рюмочку нальют тоже. Там орешки
Света? Любит петухов рисовать. Да ты что? Да. Прям зимний какой-то пейзаж. Этот человек еще работает над этим. Народ говорит, что все лотереи мне уже купили. Да, курочки, видите, курочек разобрали. Действительно, курочки душевные. Нельзя ничего сказать. Курочки очень хорошие. Вот этим, друзья, и рисуются. Да. Мы поболтали с Эрикой. Я спросил, вот, что у нее за отношения с курями. И она сказала, что вот уже год рисует курей и проникается в их образы и пытается понять их личность, персоналити. Вот, и все ее друзья, значит, зарядились ее курями. В общем. Мало того, она все распродала, и там кто-то хотел купить, она говорит, нет, все, это последняя курица. В общем, как-то куры у нее пошли хорошо. Да, пошли куры.